Здравствуйте, меня зовут Елизавета Худоятова, я журналист «Идиндекс» и модератор лектория «На дне бренда». Как человек, который постоянно обучается, мне очень нравится цитата Илона Маска: «Если вы не обучаетесь и не развиваетесь, вы отстаете». И в бизнесе, как в жизни, важно быть всегда на шаг впереди. Поэтому мы создали лекторий. Это концепт коротких лекций от опытных маркетологов и рекламистов, которые пришли сюда, чтобы поделиться своим опытом с вами. Начнет наш образовательный поток Александр Щепанов, Head of Digital Unilever Русь, который расскажет о плюсах и минусах ритейл-медиа для построения знания брендов. Всем привет. Меня зовут Щепанов Александр, я отвечаю за диджитал-маркетинг в Unilever. Как ритейл-медиа, это тот канал, который развивается суперстремительными темпами, и сейчас, наверное, невозможно игнорировать этот канал, если вы хотите эффективно продвигать свои бренды. Особенно интересно посмотреть на этот канал в контексте достижения каких-то бренд-целей, бренд-задач, построение знаний бренда, да, потому что с перформансом, с конвершеном там все понятно. Ритейл-медиа работает, мы все это знаем, и есть уже огромное количество кейсов. Нашу сегодняшнюю теорию мы будем строить на фактах. Сначала посмотрим на рынок ритейл-медиа, посмотрим на цифры, как он растет, да, из чего он состоит. Дальше мы поделимся собственными кейсами Unilever, да, как мы пытались растить знания брендов через ритейл-медиа. И в заключении рассмотрим плюсы и минусы этого нового, относительно нового канала. Да, по данным Медиаскопа, ежемесячный охват интернет-аудитории в ключевых маркетплейсах, в двух ключевых маркетплейсах уже превышает 60% и более, да, Wildberries, например, 61%, Яндекс.Маркет 38%, Мегамаркет 17%, что говорит о том, что маркетплейсы уже усиленно работают над такой тоже региональной представленностью и все больше и больше покрывают интернет-аудитории. Но самое интересное, да, что среднесуточный охват всех маркетплейсов уже составляет 40 миллионов пользователей, и e-commerce и маркетплейсы уже входят в топ-5 диджитал-активностей в интернете, то есть топ-5 самых таких времязатратных для аудитории активностей. Это, конечно же, не онлайн-видео, которые занимают 19%, но это уже близко, к, например, к онлайн-играм. E-commerce занимает 5%. О чем нам это говорит? О том, что сейчас e-commerce, marketplace — это уже не просто такое место, куда я прихожу раз в неделю сделать покупку, завершить ее очень быстро и пойти заниматься своими делами. Нет, это становится неким таким подобием таймкиллера. Да, мы уже заходим в маркетплейсы, когда у нас есть свободное время, чтобы его убить, просто полистать свою персонализированную ленту, посмотреть товары новые какие-то, почитать отзывы и посмотреть на какие-то картинки интересные. Соответственно, меняется сам паттерн потребления, и бренды этим пользуются сейчас, мы видим рост, и, конечно же, нам интересно охватить эту аудиторию. А с точки зрения рынка ритейл-медиа, мы видим, что он стремительно растет, и по прогнозу на 2025 год он составит 255 миллиардов рублей. И этому способствует несколько факторов ключевых. Первое, конечно же, расширяется рекламный интерфейс, да, расширяются возможности, которые предоставляют маркетплейсы. Расширяются возможности закупки. Мы можем сейчас закупать по CPM, по CPC, по CPA форматам. Плюс есть большой рост со стороны глобальных компаний, мы в том числе, да, у которых есть определенные все еще ограничения на рекламные размещения. И e-commerce, как правило, ритейл-медиа конкретно, он не попадает под эти ограничения. Ну и, конечно же, способствует росту рынка это доля малого-среднего бизнеса, который составляет более 50% от доходов всех маркетплейсов. Далее я расскажу, да, как мы пробовали строить и растить знания брендов через ритейл-медиа и что у нас из этого получилось. Будет несколько кейсов, будут цифры. Мы попробовали сделать выводы,
вы попробуйте сделать выводы для себя. Первый кейс – это бренд Domestos. И у нас задача была нарастить знания бренда среди целевой аудитории. Мы использовали для этого площадку Озон и формат видеобаннер на главной странице. Целевая аудитория у нас была выбрана женщины 25-54, которые либо посещали категорию бытовая химия, либо покупали в этой категории. Что стоит отметить здесь? Domestos – очень известный бренд. У него очень сильное знание бренда, и многие потребители, они используют слово Domestos как имя нарицательное для всей категории. Часто очень говорят, мне нужно купить какой-то Domestos для мытья раковин, не имея в виду наш бренд, а имея просто какое-то в виду чистящее средство, которое поможет отмыть раковину. Поэтому задача построения и улучшения показателей знания бренда – это особенно нетривиальная задача. И что же мы получили? Да, в этом кейсе мы увидели, что у нас знание бренда выросло на 6,4% после рекламной кампании, а намерение к покупке выросло на 4%. Данные нам предоставляла команда Озон, которые составляли отчет Brand Lift Study, да, и по нему мы, собственно, видели, что показатели очень круто выросли, и мы на самом деле очень порадовались этому, потому что ожидали немного другой результат. Второй кейс – это кейс с брендом Камей. Да, мы здесь также пытались нарастить знания бренда и продвигали нашу линейку продуктов. На экране вы можете увидеть, как выглядели наши баннеры. Мы использовали площадку Озон и формат баннер на главной странице. Целевая аудитория была 25-54, и это те пользователи, которые либо заходили в категорию «Уход за телом», либо делали там какие-либо покупки. С точки зрения результатов, они были достаточно неоднозначными. Мы, с одной стороны, увидели, да, что знание бренда выросло на 8%, но намерение к покупке снизилось на 7%. Да, то есть здесь контрольная тестовая группа. А тестовой группе мы – это те, кто видел рекламный креатив. А контрольная группа – это те, кто не видел рекламный креатив. Соответственно, после завершения рекламной кампании те, кто был в тестовой группе и кто видел креатив, их оказалось меньше, да, по намерению к покупке, чем те, кто вообще никак не контактировал с нашей рекламной кампанией. И эти результаты нас, честно, немножко удивили. Следующий кейс с брендом Rexona, я думаю, он всем знаком. Бренд Rexona – это лидер в категории дезодоранты, но мы недавно вышли в новую для себя категорию. Rexona вышла в категорию «Мужские гели для душа», и этой компании мы старались анонсировать как раз этот выход, рассказать аудитории о новом продукте, да, который мы выпустили. Использовали Озон и видеобаннер на главной странице. Среди целевой аудитории у нас был выбран сегмент 18-34. Это покупатели и посетители категории «Красота и здоровье». На экране, да, вы можете увидеть, как у нас выглядело рекламное сообщение. С точки зрения результатов, результаты были такими, как будто компании вообще не было, потому что ни одна метрика не выросла, мы просто сидели, смотрели и не могли понять, а вообще точно ли это какие-то корректные цифры. Потому что и знание осталось на том же уровне 52%, и 22% на том же уровне остался purchase intent. И у нас было две гипотезы, почему так могло происходить. Да, первая гипотеза – это новая категория, то есть пользователи еще не ассоциируют Rexona с категорией гели для душа. Они все еще ассоциируют, что это дезодорант. Да. Вторая – это то, что мужчины, в принципе, они запоминают рекламу хуже, чем женщины, что мы видели на примере с Domestos и Камеем. Но, тем не менее, это пока только гипотеза, мы не знаем почему. Либо это просто формат, да, ритейл-медиа, он не совсем подходит для построения знания брендов. Следующий кейс – это также бренд Камей, но уже здесь мы использовали другую площадку, мы использовали Яндекс.Маркет. Здесь был пакет баннеров, баннер на главной, баннер в ленте и баннер в категории. Целевая аудитория – женщины 25+, да, которые либо покупали, либо посещали категорию «Товары для красоты». С точки зрения результатов мы увидели
Они получились тоже неоднозначные. Да, мы увидели, что знание выросло на 6%, но намерение к покупке осталось на том же уровне, 52%. Здесь тоже гипотеза, что purchase intent, то есть намерение, насколько вы, с какой вероятностью вы захотите приобрести этот продукт в будущем. Вопрос, ответ на вопрос. Скорее, пользователям нужно попробовать сначала продукт, да, прежде чем отвечать положительно на заданный вопрос. Как вы видите, по результатам кейса сложно сделать какие-то корректные выводы относительно того, можно ли строить знания брендов через ритейл-медиа. И в каких-то случаях, да, мы видим, что есть однозначно прирост, в каких-то случаях мы видим, что метрики остались на том же уровне, в каких-то видим, что вообще метрики снизились, что я, если честно, не встречал в практике, когда мы используем какие-то внешние диджитал-каналы. Поэтому сложно ответить на этот вопрос. Да? И мы для себя сформулировали некие такие плюсы и минусы ритейл-медиа, которые зафиксировали как основные лернинги. К плюсам что мы относим? Да, конечно же, в ритейл-медиа есть суперкачественная аудитория. Мы все понимаем, что пользователи, которые приходят на маркетплейсы, они, у них есть ярко выраженный паттерн покупательского поведения. Второе – это пока еще не заклатеренная среда, и потребитель еще не относится с негативом к тем рекламным форматам, которые он встречает внутри ритейл-медиа. Чего, например, не скажешь о внешних диджитал-каналах, к которым уже все привыкли. И, конечно же, высокий бренд-сейфти, да, это за счет как раз отсутствия новостного контента, за счет каких-то сомнительных тематик и так далее. То есть мы уверены, что наш бренд, он будет показываться в супербезопасной среде, когда мы используем ритейл-медиа. Но также есть и минусы, и они довольно серьезные. Первый минус, да, это вот после всех наших тестов, мы только часть тестов показываем, которые наглядные, очевидно, что есть противоречивые результаты в метриках построения знания брендов. И пока нет какой-то стабильности, нет какой-то понятной формулы, а что мне нужно сделать, да, в ритейл-медиа, чтобы вырастить какой-то показатель знания брендов. Это, конечно же, также слабые возможности оптимизации размещений, то есть еще рекламные кабинеты в ритейл-медиа, если они вообще есть, да, они не доросли до уровня какой-то суперкачественной оптимизации, которая есть во внешних каналах. И, конечно же, это отсутствие возможностей верификации размещений какими-то внешними независимыми верификаторами трафика. Что стоит напоследок сказать? Да, ритейл-медиа супер относительно молодой и динамично развивающийся канал, который нужно использовать очень грамотно и осторожно под определенные задачи бренда. При этом его точно не стоит игнорировать. Поэтому тестируйте, измеряйте результат и масштабируйте. Спасибо. Александр, спасибо за ваше выступление. Есть ли у нас вопросы из зала? Давайте так. Слышно нормально, да. Здравствуйте. Вы не пользовались ли миксом, получается, диджитала и офлайна? Просто у X5 там просто огромный спектр возможностей. И, соответственно, можно охватить как аудиторию офлайн, там аудио-видео форматы. И также догнать, либо привлечь новую аудиторию с помощью приложений, ну, в целом, там такой же инструментарий, как на маркетплейсе. Да, использовали. Отлично работало. Там еще есть очень крутая фишка, то, что можно измерить результат в офлайне, сметчить данные, да, и увидеть, а как наш онлайн-креатив повлиял на покупательское поведение в офлайне. Тоже использовали не на одном бренде, у нас несколько кейсов было. Где-то суперуспешно, где-то относительно успешно, но тем не менее это тоже такой, мне кажется, хороший канал для того, чтобы расширить влияние бренда и не только выйти за пределы вот этих традиционных диджитал-каналов, которые все используют, и немножко вот перейти на ритейл-медиа. С точки зрения эффективности нужно смотреть, опять же,
под конкретный бренд, под конкретную задачу, которую вы перед собой ставите. Плюс нужно тщательно считать экономику, потому что по нашему опыту ритейлеры тоже это не бесплатно, конечно же, предоставляют и данные, и замеры. Поэтому во многих кейсах за счет вот этого доп-коста получается, что иногда экономика не совсем сходится. Но, тем не менее, потенциал у канала достаточно большой. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Тогда я не буду вас задерживать. Присаживайтесь. Спасибо. И мы переходим к следующему спикеру. На сцену приглашается руководитель группы цифровых коммуникаций Ашан Ритейл Россия Алена Исаева, которая поделится секретами запуска компании в Roblox. Всем добрый день. Давайте традиционно начну с того, что скажу несколько слов про Ашан Ритейл Россия. В этом году мы отпраздновали 22-летие представленности наших магазинов в России. Продолжаем радовать вас широтой нашего ассортимента, нашими собственными торговыми марками и, конечно, вкуснейшими круассанами и багетами. Так что welcome, ждем. Приходите. Сегодня мы поговорим про то, что в декабре 2023 года мы открыли наш мир Ашан в метавселенной Roblox. У нас был вызов, потому что наша аудитория, она уже достаточно возрастная, да, 45+. И нам нужно было найти такую площадку, где могли бы мы привлечь школьников, студентов, но при этом еще не было бы такой большой конкуренции и за не супербольшой бюджет. Соответственно, решили, что мы пойдем в Roblox. Но тут тоже не могла не добавить котят, потому что котята — это 70% внимания к презентации. Почему пошли в Roblox? Потому что на сегодняшний день это самая большая многопользовательская онлайн-платформа для детей и молодежи. И в среднем время проведения там превышает в 3 раза традиционные социальные сети. И очень важный момент, что еще 2 года назад, обратите внимание, возраст игроков 18-24, сейчас 35%, а 2 года назад был 5%. То есть идет прирост действительно такой аудиторию, которая уже может совершать покупки. И поэтому очень важно это учитывать при создании мира в Roblox. Также мы хотели сделать такие очень крутые игры, поскольку все равно уже много ритейлеров были представлены на тот момент в Roblox, и мы опросили, в принципе, аудиторию, что им интересно, и построили некую такую комьюнити. Но при этом игроки отвечали то, что да, здорово, мы играли там в разные миры, но все, поиграли и забыли. А наша задача как раз состояла в том, чтобы как-то прикрутить Ашан ко всей этой истории, и чтобы игроки об этом не забыли. Поэтому мы построили наш мир на прототипе реального магазина Ашан в Пушкино. И игроки подумали о том, что мы сначала сделали магазин виртуальной реальности, а потом очень быстро, так за пару недель, построили магазин в Пушкино. И от этого мы получали просто 1000 комментариев про то, что вау, какой Ашан крутой, вы построили магазин в реальности. Вот. И поэтому прям был очень-очень крутой такой... Обратная связь была очень крутая от пользователей. Естественно, мы получили огромное количество органического трафика за счет пиар. Но об этом, я думаю, вы и так все знаете. Вот. Что касается того, что есть в нашем классном мире Ашан. У нас более 10 крупных локаций, сейчас это уже более 10 мини-игр, интеграция всех наших собственных торговых марок, сезонные апдейты. Каждый раз к сезонным апдейтам мы делаем новые мерчи, которые у наших игроков просто супер популярны. У нас еще есть внутренняя валюта, ашбеки. Но вы, конечно, скажете, что как бы здорово, звучит все красиво, мир, это прекрасно, но где же продажи, где же бизнес? Сейчас мы об этом поговорим.
А что касается бизнеса, да, то сначала, естественно, мы пошли по традиционной дорожке и внедрили просто промокоды. У нас были спрятаны в мире секретные капсулы, можно было их найти и активировать промокоды у нас на сайте и совершить покупки со скидкой. Мы увидели, что есть эффект, но не такой, который нам бы хотелось. И мы пошли дальше. Мы внедрили нашу программу лояльности. То есть мы прямо в нашем мире поставили таких прекрасных девушек, промоутеров, которые стояли с нашей картой лояльности и предлагали ввести номер карты лояльности. И за это в личный кабинет в Ашан клиенты получали специальный купон с кэшбэком 30% на игрушки нашей собственной торговой марки. Тоже увидели, что есть интерес у аудитории. И решили запустить крутую федеральную акцию. И в августе этого года мы запустили, как я уже сказала, большую федеральную кампанию «Покупай товары для школы Ашан» на сумму от 500 рублей и получай промокод на ашбэки или рабаксы. То есть приз был в любом случае с каждым чеком. Промокоды печатали на чеке и увидели, что это просто такой прям вау-эффект. У нас плюс 5% конверсия по этой акции, 106% рост среднего чека, плюс 53% доля канцтоваров в чеках увеличилась и зафиксировали плюс 20% прироста подписчиков в социальных сетях. Это молодежь именно до 25%. До 25 лет, простите. Что мы сделали? Для привлечения молодой аудитории использовали самого популярного блогера, это Roblox Queen. И так совпало, что как раз родной город Roblox Queen оказался Пушкино. Мы подумали, что это судьба, потому что наш гипермаркет, который прототип, тоже в Пушкино. И мы решили, что мы организуем не только какую-то онлайн, да, историю, но еще перенесем все это в офлайн. И мы провели два мероприятия. У нас были экскурсии в онлайн вместе с Roblox Queen. Она проводила их в формате стримов. И также был ее концерт прямо в Ашан Пушкина, как офлайн большое мероприятие. Продвигали как для родителей, так и для детей всю эту историю. Так, дальше. Соответственно, обновили мир Ашан, сделали 3 новые мини-игры. И у нас был лимитированный рюкзак от Roblox Queen, виртуальный, 1000 штук. И он закончился в течение 3 часов. Экскурсии посетило 220 тысяч игроков, а стрим посмотрели 559 тысяч пользователей. Вот так выглядел наш мир, когда мы запустили Back to School его. Везде стояли реклама, роллапы, Roblox Queen всех встречала. Это наши новые мини-игры, интеграция товаров. Ночной квест в школе. Сюжет такой, что ты забыл рюкзак, и тебе ночью нужно вернуться в школу и его там найти. А охранник очень злой, ребят. Просто вообще. И страшный. Вот так проводила Roblox Queen экскурсии. Она показывала все наши обновления, вообще все, что есть у нас в мире, все наши товары. В среднем одна экскурсия длилась около часа. Естественно, контакт с брендом получился очень высоким. Вот заветный рюкзак. Вот так это было в офлайн. Концерт в Пушкино посетило более 3000 человек. В этот день трафик в магазин вырос на 175%. То есть это был просто вау-эффект. Что касается сегодняшней ситуации, то сейчас у нас 5,2 миллиона игроков, 20 минут средняя длительность контакта с брендом, и самая долгая игра, которую мы зафиксировали, длилась 11 часов. А до этого у нас был рекорд 9 часов, игрок пёк круассаны 9 часов, но сейчас вот 11. В целом все. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Есть ли у нас вопросы из зала? Ты интеграцию хочешь, нет? Нет, пока не хочу интеграцию, но на самом деле можно об этом поговорить. Обязательно. А,
Вопрос такой, а вот, ну, я просто как сам уже не молодой, но отец, понимаю, что дети и их вот эта вот история про пап, мам, купи, она, ну, она реально нас двигает к покупке, да, это очень крутой трафик-генератор. А почему, может быть, вы думали про то, чтобы делать какие-то уникальные коллектаблс, да, за которыми как раз дети пойдут из Роблокса? То есть, ну, у вас, кажется, здесь пока сейчас такая чисто диджитальная история на, ну, просто на awareness, да, там, на какую-то лояльность. А вы не думали о том, что вот эти коллектаблс как раз бы вам трафик в офлайновые магазины генерили бы круто? Ты прям заглядываешь в будущее. Мы не просто об этом думали, мы это сейчас уже реализуем. И скоро у нас будет новое обновление как раз с персонажами новыми из коллекции. Подтверждаю. Есть ли еще вопросы? Сделайте просто полку Rollbox, и там будете просто выставлять свою STM. И получается, дети будут обращать внимание родителей, в том числе родителей, которым 45+, на эту аудиторию и, возможно, менять покупательские привычки уже аудитории, которая выше, более платежеспособна. А тут история немножко глубже, потому что, чтобы воздействовать на вот эту детскую аудиторию, с ними должна получиться некая эмоциональная связь. То есть недостаточно нам сейчас просто, да, вот выпустить персонажей, хотя наш мир действительно популярен, и просто поставить их на полку. У каждого персонажа должна появиться некая история, да, она должна полюбиться детям. То есть мы должны их очень грамотно интегрировать, чтобы только после этого уже выводить на полку. Поэтому сначала у нас будет проведена большая внутренняя работа, именно в нашем виртуальном мире, чтобы между детьми и нашими персонажами выстроилась эмоциональная связь, потому что эмоциональная связь — это просто ключ к успеху именно к этой аудитории. Спасибо. Пожалуйста. Так, если у нас нет вопросов, все-таки я задам вопрос, потому что Ашан тоже для меня не последний бренд, и был у меня опыт, когда я в рамках универа создавала для вас тоже стратегию для молодежи. И мне вот очень интересно, будете ли вы дальше смотреть только в Roblox или появится какая-то другая все-таки геймификация? Не кажется ли вам, что популярность Roblox у молодежи и в целом в России снижается? Мы, когда запускали наш мир в прошлом году, мы опасались, что популярность Roblox может снизиться, но увидели, что сейчас, особенно в России, некая новая волна идет популярности в Roblox, поэтому на данный момент мы сосредоточимся на Roblox, потому что там все-таки почти 5 миллионов человек, которые играют каждый день, и с ними их важно сейчас именно привлечь в наш мир, чтобы дальше с ними взаимодействовать. Но, естественно, в другие направления тоже будем думать. Все, спасибо большое за ваше выступление. Спасибо. Мы приглашаем на сцену следующего спикера. На сцену приглашается руководитель управления по разработке интерактивных проектов «Столото» Альберт Валиулин. Привет. Достаем двойные листочки. Начинаем. Слушайте, на самом деле я не хочу вам здесь умничать много, я просто хочу вам показать сегодня пару кейсов и подумать вместе про то, а вообще нужен ли какой-то дизрапт-подход в рекламе? Да? Мы, кажется, все занимаемся рекламой здесь, наверное. Поднимите руки, кто рекламой занимается. Да? Окей, класс. Ну, примерно все. Вот. Я когда пришел сюда, я думал, надо делать как не делает никто, да, потому что реклама — это то, что нас отличает всех, да, то есть мы как бы должны отличаться как бренды, но должны ли на самом деле, да, поэтому давайте сегодня мы подумаем про то, какие бренды на самом деле должны делать не так, как другие, а какие должны делать не так, как другие. Классно сказал, супер. Для начала чуть-чуть подушним, да, подумаем, когда креатив на самом деле у нас эффективный. Первое, заметный. Да? Его должны замечать. Вот эта вот история с годами, становясь старше, становясь более душным. Вот эта реклама на билбордах, где нарисована какая-нибудь девушка, и надпись там есть такая, если вы видите эту рекламу, значит, она работает. Блин, это дико душно, это кринжово, но, блин, это правда так. Да? Но если вы ее заметили, значит, она работает. Второе. Знаете что? Нет?
Ну что вы, ну проснулись уже, нет? Нет? Ну ладно, хорошо. Давайте. Блин. Ну вот, все. Все испортили. Все испортили. Все испортили. Короче, ладно, реклама должна быть понятная, на самом деле, да, несмотря на то, что мы хотим сделать все супер какую-то дизрапт-рекламу, да, удивить людей, но на самом деле она, правда, она должна быть супер понятная, запоминающаяся, заметная, и в конце концов, мы все равно здесь работаем ради денег, да, мы, ну, хоть мы иногда забываем про это и больше уходим в творчество, ну, я говорю про нас, ребята, которые занимаются в основном маркомом, но все равно, то есть наши клиенты — это деньги, и клиенты наши голосуют рублем в первую очередь. Здесь... Это то, как я доказывал некоторым своим начальникам, лицам, принимающим решения, про то, что нам нужно делать всратую, классную, необычную рекламу. Каким образом? Ну, я говорил, ну окей, хорошо, мы сейчас определим нашу аудиторию хорошо, да, мы и получим классный мультипликатор 1:1. Это, на самом деле, таблица показывает про, как креативность влияет на эффективность рекламы и на увеличение вашего ROI. Все же знают, что такое ROI, да? Возврат инвестиций. Молодцы. Вот, да, классно выбрать сезонность, можем, да, там увеличим наш мультипликатор в 1.6, дальше мы можем классно подобрать перформанс компании, мы классно можем выбрать площадки, мы классно можем распределить бюджет, но качество креатива влияет на улучшение вашего ROI в 12 раз. Мне повезло работать с такими брендами, которые где-то примерно в этом сегменте, в двух последних сегментах работают. Burger King — это компания, которая, вот что бы мы ни делали, это супер было заметно, это всегда работало. Например, как пример, да, здесь, к сожалению, не доехала маркетинг-директор бывшей из Е-аптеки, мы вместе здесь поорали бы, посидели. Вот. Но когда Е-аптека была только Е-аптекой, заметность рекламных кампаний была вот так. Когда мы стали Сбер Е-аптекой, ну, соответственно, вы понимаете, да, там заметность to the sky ушла, потому что бренд все равно очень сильно влияет на это. Ну и вообще для чего нужен дизрапт? Для чего нужно делать рекламу не такую, как у всех? Как ни странно, эта штука, правда, увеличивает ваш ROI. За счет чего? За счет заметности, за счет того, что вашу рекламу обсуждают, за счет того, что ее шарят, за счет того, что увольняют человека, который ее придумал, об этом говорят, кого-то наказывают, кого-то сажают. Короче, черный пиар — это тоже пиар, это тоже круто. Да? Ну, не всегда, но чаще всего это тоже очень классно работает. Сейчас, работая на бренд Столото, я понимаю, начинаю понимать, да, то есть с опытом все равно приходит какое-то осознание того, что, а может быть, вообще не всем нужно выделяться. Может быть, вот мы делаем классную рекламу для скуфов, да, а может быть, она такой и должна быть. Вот как вы это можете понять? А легко. Вот давайте проверим, сейчас посмотрим на некоторые пары рекламных роликов. Вы их видели 100%, поэтому я до конца вам не буду ее показывать. Просто для сравнения. Солнышко румяное. А вокруг все золоченое. Давай к столу, я тоже кое-что нарумянил. С румяной корочкой? В этом секрет старотворья. Мясо для фарша выдерживаю с пряностями. Колбасу запекаю. Может, бутер? Двозвейный аппетит. Только папа укротит. Может, папа может? Мазаренный аппетит. Только папа укротит. Ну, короче, вы все это видели, да? Два, в принципе, одинаковых продукта, но с разной коммуникацией. Да? Первое для бабушек, для дедушек, для вот этой всей истории про ГОСТы, вот эта вся история про традиции, про мама нарезает колбасу, которая вызывает рак пищевода, да, но это все равно это нормально, да, поэтому, типа, это бабушка ела, все хорошо. И вторая рекламная кампания для таких активных, классных мужиков. Кстати, на самом деле, правда, мы общались с ребятами, которые занимаются маркетингом бренда «Папа может». У них, правда, аудитория, как ни странно, мужская. Ну вот, что заявляют, то и есть. Второй пример. Это вам от мужчин за роялем.
Подними глаза, здесь вон какое в небесах. Подними можно я глаза, не буду больше слушать? Я ужасно, не могу. Вот, первый пример вы знаете с Нагиевым, МТС, да, аудитория очень широкая. Женщины, мужчины, практически all, да, на самом деле. Вот, и второй пример. Я даже не буду включать, потому что это суперамбиентная реклама, да, вы ее видели миллион раз. Йота просто классно заявила о себе, дала нам отдохнуть какое-то время и не слушать какие-то песни Нагиева. И мы понимаем, что Йота таким образом выбрала себе определенную аудиторию, да, вот этих людей каких-то пассионарных, модных, классных, которые не совсем любят играть по правилам, да, и, ну, и заимели свой кусок торта таким образом. И вот когда на самом деле мы начинаем понимать, когда вообще нужно ли нам делать дизрапт или не нужно? Давайте душноту посмотрим. Вы все знаете прекрасно, как разрабатываются бренд и коммуникационные стратегии. Да? Сначала все думают, что мы рекламщики только бухаем и тусуемся на мероприятиях, но нет. На самом деле мы чаще всего сидим в табличках, душним, делаем исследования, определяем аудиторию, да, формируем какие-то УТП нашего бренда, да, разрабатываем платформу бренда, где мы показываем, как мы разговариваем с нашей аудиторией, и разрабатываем коммуникационные стратегии, где мы определяем, где мы с этой аудиторией разговариваем. Соответственно, вот где-то на этапе исследования и формирования аудитории вы как раз-таки формируете ваш CVP, да, ваши УТП, которые вы этой аудитории должны транслировать. И здесь мы как раз понимаем, если мы, у нас аудитория супер широкая, и мы хотим забрать большой кусок торта, соответственно, нам мы, как бы мы ни хотели, нашим вот этим дизраптом мы много не заработаем, да, то есть мы не заберем вот эту большую часть аудитории. То есть я хочу сказать о том, что дизрапт, и когда вы делаете рекламные кампании не так, как другие, скорее всего, ваша аудитория будет менее широкая, чем у тех брендов, которые действуют на категории all. Ну и, конечно же, нужно понимать, что disrupt чаще всего делают бренды, которых бюджет сильно ниже, чем у тех, которые работают на более широкую аудиторию. Это так, как мы делали в Burger King, да? Почему мы делали disrupt? Почему мы делали не так, как другие делают? Потому что это дешевле. Потому что мы, показывая жопу в рекламе, генерили большое бурление аудитории, да? Они это обсуждали, они говорили про это, они это пересылали друзьям, они говорили, ну, Burger King уже совсем охренел, да, ну, а это то, чего мы добивались как раз-таки. Но, хорошо, давайте тогда поймем, окей, мы хотим делать дизрапт, что нужно делать в первую очередь для этого? В первую очередь нужно определять догматы вашей категории. Вот, например, да, мы говорим, что мы хотим запустить бренд воды, и что нам сделать, чтобы не особо потеряться в этом обилии вот этой витальной энергетики, вот этот «выпей воды», «стань лучше», там, первое, ты бухал всю ночь на Новый год, но 1 января ты выпил бутылочку боржоми, и все, и дальше можешь опять делать это весь год, да, потому что ты очищаешься. А что если мы расскажем про другое? А что если мы расскажем, что вода – это жидкая смерть, и ты от нее умрешь, да? Как мы это можем показать? Oh no! She's eating Ted! We gotta take her head off! She partied pretty hard last night. Maybe she's just dehydrated. She needs new liquid death electrolyte death dust. Here! Wow! I feel so much better! So much better! Death dust, rise from the dead. Don't be a zombie, be a human instead. Death dust, rise from the dead. You're not a zombie, you're just
Короче, это мой любимый бренд, называется Liquid Death. Это вода, которую запустили маркетологи, бывший маркетинг-директор Netflix запустил линейку воды, которая как раз-таки шатает все устои вот этой витальной энергетики. Да? Они продаются на полках вместе с энергетиками, с пивом. Банка совсем не выглядит как банка воды. Там черепа, смерть, ты сдохнешь. Но все ее пьют, да? Соответственно, аудитория у этой воды все равно не сильно широкая, но хотя они себя сейчас сравнивают, я забыл вставить сюда эту табличку, но они себя сравнивают не с водой в продажах, а с пивом. И при этом они уже обогнали все крупные крафтовые пивоварни в Штатах. Просто так получилось. Погнали дальше, да? И вот теперь окей, давайте поговорим про аптеки, мои любимые. Вот то, что мы видим по запросу рекламы аптек. Аптека зеленая, аптека про семью, аптека про маму, которая выбирает таблетки для своей семьи, мы все здоровы, либо там, мое любимое название, аптечество. Новая аптека классная, либо аптека сердечко называется, да? Ну, сразу намекает немножко вам на то, зачем мы сюда пришли. Что мы делали в Е-аптеке? Мы вообще совершенно поняли сразу, что мы не хотим быть аптекой. Мы хотим стать маркетплейсом, мы хотим стать вот этим диджитал-игроком по доставке лекарств. Поэтому мы и работали больше, наверное, в категории как раз-таки маркетплейсов. Да? И поэтому мы запускали рекламу смешную, да, например, запускали наружку с несуществующими таблетками. Например, таблетка от шипа возле Метрополиса, таблетка от внезапного желания написать бывшему, да, которую мы тоже завесили во всю Москву, таблетка от пробок на третьем кольце, таблетка от спойлеров на красном, на октябре. Короче, мы делали все так, как не делают другие. Запускали тиктоки со всратыми классными мультиками, запускали... Кстати, до сих пор даже работает этот подкаст «Почему мы еще живы» с Катасоновым про открытия в медицине, которые помогли нам как человечеству не умереть. Да? То есть ни одна аптека, кроме нас, этого не делала. Таким образом, за счет вот этой нашей стратегии мы вырастили нашу молодежную аудиторию 18-24 на 300%. И потом поняли, замерили ARPU и поняли, что эта аудитория, как ни странно, тратит денег примерно столько же, сколько аудитория 55-65. Да? Почему? Потому что молодежь не покупает дешевые дженерики, они покупают красные дорогие таблеточки Нурофен, покупают презики, покупают спортпит, короче, дорогие товары с очень классной маржой. Дальше. Еще один догмат. Ну, нет ничего скучнее рекламы автомобилей, мне кажется, да, потому что каждая реклама автомобилей – это про вот этот стремящийся куда-то в потоке автомобиль, который там поворачивается, либо если это семейный автомобиль, папа поворачивается к детям, улыбается, да, ну вот мы понимаем вот эти все догматы. А что если мы должны показать динамичность автомобиля и его классный такой неуемный характер – просто практически с амбиентными приемами. Смешно. Дети, так можно было делать раньше. Вы пришли в рекламу не в то время. Короче, да, это Ford Sport Ka. Да, это, как вы видите по названию сайта, это Ford Ka's Evil Twin. Да, как злой близнец Ford Ka. Да, и таким образом они просто показали то, что наш автомобиль быстрее, наш автомобиль более динамичный и классный. Да. Ну, дальше я покажу уже примеры из, ну, наверное, своего опыта какого-то, да. Ну, вот, например, как рекламируется в основном вкусная точка. Есть места, которые мы хорошо знаем, и куда идем за тем самым.
тем самым вкусом, той самой улыбкой. Тем самым «Мам, можно картошку?» За свиданием, которое было однажды, а запомнится навсегда. За кофе, без которого не проснуться. И тем самым моментом, когда зашли за кофе, а остались на час. Ну, вы поняли. И на самом деле «Вкусная точка» как раз-таки очень классно бьет по основным его УТП. Да? «Макдональдс» и «Вкусная точка» для нас — это то, что пришло с молоком матери. В первый раз мы попали в «Макдональдс», съели двойной чизбургер, и для нас этот вкус, он родной. Да? И поэтому мы в «Бургер Кинге». Но мы, конечно же, подшучивали над нашими конкурентами, но все равно не позволяли себе говорить про то, что если ты ешь у наших конкурентов, значит, ты не классный. Потому что, во-первых, аудитория пересекается, во-вторых, мы не имеем права трогать вот эти традиционные ценности, да, наши. Блин, я сам в «Макдональдс» ходил, да, постоянно. Но при этом «Бургер Кинг», например, является он тем классным парнем, который может себе позволить сделать вот такое. Вы посмотрите на этот сочный, острый бургер из говядины. Петушара, пшел отсюда! О, офигеть! Точно остро! Сделай остро что угодно, только в «Бургер Кинг». Совсем разная коммуникация, да, именно за счет вот этого нашего, за счет нашей кринжовости, за счет нашей дерзости, за счет того, что мы вот такой делали дизрапт, рекламу пересылали, мы получали охваты намного выше, чем там это делал, например, «Макдональдс» тот же самый. Ну, или мы добивали это, конечно же, вот такими историями с, пошутили немножко. Вы уже видели, как «Бургер Кинг» издевается над конкурентами. Все началось с того, что у KFC произошел ребрендинг в России. Теперь они называются «Ростикс», а в качестве логотипа красуется красный петух. Так вот, маркетологи из «Бургер Кинга», недолго думая, выпустили ролик, в котором промотировали свою острую приправу. И в какой-то момент мы видим, как к бургеру подходит петух. Ну а дальше... Петушара, пшел отсюда! О, офигеть! Но на этом «Бургер Кинг» не остановился. Он подогнал свой трак прямо ко входу бывшего «Мака» и начал бесплатно раздавать приправу со слоганом «Твой бургер будет вкуснее», намекая на то, что «Вкусная точка» в гамбургерах теперь не хватает самого главного, а если быть точнее, вкуса. Меня наругали сильно за эту историю с фудтраками. Если честно, ну вообще на самом деле от каждого бренда постоянно получали по жопе, ну моя команда, вот, но, ну слушайте, это наша работа, да, ну или, например, так мы делали, мы, например, Никите Калагриву запретили вход в рестораны, потом, когда котик Твикс умер, мы убрали из меню мороженое Твикс, по секрету, на самом деле, это мороженого год уже не было, вот, мы просто про это написали, да, чтобы про нас сказали, ну или, например, попросили администрацию Новосибирского оперного театра переделать купол в опер и переназвать театр в оперный театр. Вот. Делали такие вещи. Да, это вот мне штрафы от ФАСа постоянно ко мне приходили, вот платил, ничего, нормально, живой. Ну или вот, например, самая такая вот, если продолжать историю про получать по заднице. Я когда работал в компании Maxima Telecom, это оператор Wi-Fi сети в московском метрополитене, вот мы в какой-то момент начали запускать какие-то нестандартные рекламные кампании. Ну и вот пришел к нам, значит, компания ТВ3 с сериалом «Гоголь». Говорю, давайте что-то с вами сделаем. Вот, я начал думать про то, а как же привязать Гоголя к метрополитену и вообще как сделать так в нашей Wi-Fi сети какую-то заметную рекламную кампанию. Я тогда начал увлекаться сильно очень политтехнологиями, подумал, а что бы если запустить утку про, ну, типа, как, про что-то больное, да, про найти какую-то боль и сковырнуть ее. У меня, как у приезжего человека, сильная боль и сильный бадхёрт вызывает вот эти две станции арбатские, которые на голубой и на синий. Да? Ты хрен знаешь, какой прийти, да, и тебе постоянно нужно было переспрашивать. Так давайте одну станцию переименуем в Гоголевскую. Да? Почему Гоголевской нет? Почему есть там Достоевская, почему есть Пушкинская, а почему Гоголевской нет? Давайте ее сделаем. Ну вот мы запустили голосование по переименованию станции Арбатская в Гоголевскую. Значит, тема так понравилась городским жителям, что к нам приехали сначала ребята из НТВ, из России, Россия какой-то 2 или 1, не помню, сняли про нас сюжеты.
Вот, дальше мы висели два дня в топе Яндекса. В 2017 году, помните, да, как круто было в топе Яндекса висеть. Тогда еще вот, времена были. Дальше начался, ну, уже неконтролируемый исход лавины, когда Мосгордума начала реально обсуждать переименование станции Арбатская в Гоголевскую. Здесь я получил звонок от нашего акционера где-то примерно часа в 3 ночи. Вот, где мне сказали, что я больше не работаю в этой компании. Вот, меня, да, на 3 месяца меня уволили оттуда, ну, потом обратно взяли, нормально было, все равно не страшно получилось. Так вот, что нужно делать для того, чтобы классно запускать дизрапт-компании, которые не как у всех, и которые классно очень заденут чувства вашей аудитории? Первое, ну, всегда нужно быть в повестке, да? Мы работаем в рекламе, и это как раз та сфера, где мы постоянно, даже хотим или не хотим, читать очень много новостей, читать миллионы телеграм-каналов, понимать вообще, что в мире творится, да, как-то использовать вот эти культурные коды, которые есть, да, культурный код, ну, как, например, вот две арбатские, да, ну, кто бы знал, например, кроме москвичей, там, что у нас две арбатские, одну можно переименовать, и это вызовет какую-то боль у нашей аудитории, вот, это нужно все понимать, ну, и самое главное, не бояться, да, то есть, ну, ничего страшного не произойдет, ну, посадят вас на 15 суток, ну, а сидите, зато будете классными потом, вы останетесь в веках просто. Все, спасибо большое, ура. Спасибо большое. Да, вообще, да. Да. Ну, тут никто не горит желанием. Тут все это. Есть ли у кого-то вопрос? Ну, это самый активный сегодня человек. Спасибо большое, что. Бро. Че? Со столото-то встал. Да. Столото-то? А хорошо, все, покупайте билетики, работает. Честно. Я сам выиграл 4000, прикинь. О. Да. А еще такой вопрос. А сколько в среднем один участник лотереи покупает билетов? Есть, ну, высота? Сколько? Тут у меня коллеги сидят, вот они занимаются этим. Я просто... Почему? У меня так сложилось. На районе есть Почта России и Красно-Белое. Вот. Что больше нравится? Куда первым заходишь? Сейчас дальше историю расскажу. Вот. И на почте мне не предлагают билет, а в КБ с утра мне предлагают коньячку по акции, а вечером, видимо, билетики. Да. Угадайте, вот сейчас вопрос в залу, что я купил последний раз? Я думаю... Но вот в этом и вопрос. Нет, просто если ты покупаешь на Почте России, то, ну, не надо там покупать, ты не наш клиент. На Почте России наши конкуренты продаются. Да? Поэтому иди в КБ. О. Да. Все, заметано. Да. Спасибо. Так, я все-таки задам вопрос, хоть мы немного выбились из тайминга. Угу. У тебя бывало такое, что... Нет. У тебя бывало такое, что ты думал, что вот в этот раз я переборщил? Надо было все-таки сделать полегче. Или ты понимаешь, когда надо остановиться? Каждый раз так бывает. Никогда не могу остановиться, правда. Все время хочется что-нибудь еще пожестче сделать. Это круто. Да. Спасибо большое. Спасибо.